На площадке Фонда поддержки талантливой молодежи «Улугбек» состоялась торжественная презентация произведения заслуженного государственного деятеля академика Акила Салимова под очень символичным названием «Государство. Новый Узбекистан». Издание полного идейного смысла работы автора приурочено к приближающейся дате – 32-й годовщине независимости страны. Феномен нового Узбекистана – это понятие полностью отражает настоящее нашей страны. Ее сегодняшний облик – стремление к созданию демократического государства, гражданского общества. Позиции Узбекистана укрепляются, что подчеркивают и международные сообщества. В рамках презентации книги автор, академик Акил Салимов, выразил свое видение по данному вопросу. Несомненно, книга – источник знаний. Несмотря на жанр, в каждом произведении есть отпечаток истории, культуры, желаний, быта народа, страны. В этом контексте в книге «Государство. Новый Узбекистан» отражено стремление к переменам, которые стали основой для курсов создания нового Узбекистана, где 60 представителей преклонного возраста уважают интересы молодежи. Суть книги в том, что она представляет собой богатый источник информации для молодежи. Цель ее издания как раз-таки заключается в воссоздании картины тех перемен, которые поэтапно происходят в нашей жизни. Рассказано об ожиданиях, планах, шагах по реализации задач. Книга основана на аналитических данных. Эта книга о нас, так как в ней отражены перемены в жизни государства через судьбы обычных людей, граждан. Сегодня мы часто задаемся вопросом, в чем же мы можем увидеть изменения. Я думаю, что каждый из нас наблюдает их в себе, в своих достижениях, успехах. Автор имеет огромный жизненный опыт и, исходя из этого, анализирует происходящее. Также в ходе мероприятия при участии представителей научных кругов, профессоров, писателей и поэтов представлен и комплект плакатов «Новый Узбекистан».